Челябинец заработал 9 миллионов рублей на сигаретах без акцизных марок. Теперь мужчина пойдет под суд за незаконное приобретение, хранение и перевозку немаркированной табачной продукции. Помимо этого, сыщиками также установлено, что он приобрел за пределами России 17 тысяч поддельных пачек сигарет. Вся эта партия была задержана и изъята сотрудниками таможни на пункте пропуска «Бугристая». А когда бизнесмена стали проверять, вскрылись и другие его нарушения. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Троицкий районный суд.